Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня 18 апреля, сегодня у нас вторник. Вы знаете, сегодняшний день сложится достаточно удачно и плодотворно для многих людей. Этот день будет весьма бурный и насыщенный, поэтому обязательно в этот день проведите практику с денежной цифрой. Привлеките в свою жизнь срочные деньги. Что это за практика и почему нужно именно сегодня это сделать? Далее, друзья, все более подробно. Давайте начнем сначала с лунного календаря, чтобы понимать, что же по лунному календарю нам сегодня с вами ожидать. Итак, с 18 апреля сегодня у нас с вами 27 и 28 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что 28 лунные сутки наступят в 5 часов 7 минут по московскому времени и будут влиять на нас, божественных людей, на протяжении всего дня. Убывающая луна в знаке зодиака Овен. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами последние дни перед новолунием. Поэтому обязательно сегодня обратите внимание на наше видео на нашем канале, вне зависимости, когда вы смотрите сегодня вечером или днем, потому что будет очень важное видео касательно и новолуния, касательно и солнечного затмения, как себя вести, что нужно делать, на какие моменты обратить внимание. Кроме того, обращаем ваше внимание, что с 20 апреля у нас с вами идет закладка на будущие 20 лет. Но это мы с вами, друзья, в другом видео поговорим, а сейчас мы проговорим наше сегодняшнее с вами 18 апреля. Итак, друзья, сегодня один из самых благоприятных дней этого лунного месяца. И энергетика этого дня, она будет очень гармоничная. В то же время это очень чистый и светлый день. И большая просьба в этот день не стремитесь нарушать гармонию своими словами, какими-то негативными, своими действиями. Почему? Потому что таким образом вы нарушаете гармонию не только мира, но и в первую очередь свою. А значит, в вашей жизни не будут происходить те события по плану, именно в хорошие, созидательные, которые должны были изначально сегодня происходить с вами, как только вы проснулись. Постарайтесь сегодня на протяжении всего дня быть в приподнятом настроении. Старайтесь контролировать обязательно свои эмоции. Также ваши намерения и мысли должны быть сегодня добрыми, светлыми. Даже если у вас сейчас какая-то проблема, в вашем окружении есть люди-недоброжелатели, которые стараются навредить вам, которые стараются что-то не так сделать, вы должны понимать, что вы человек, который любит себя, уважает себя, любит мир. И, соответственно, вы должны смотреть на любые вещи, которые происходят в вашей жизни, немножечко в другом ракурсе. Сегодня очень вредно перенапряжение и нервозность. И во второй половине дня, знаете, все будет становиться более спокойным, а действия будут размеренными. Знаете, многим людям именно во второй половине дня придет состояние мудрости и спокойствия. Но, конечно же, первая половина дня вас будут искушать в какой-то степени, будут проявляться события. Люди, телефонные звонки, где-то вас будут, знаете, делать так, создавать условия, чтобы с вами поругаться, покричать. Старайтесь от этого уходить, даже если в этот момент будут затрагиваться какие-то ваши интересы. Тоже сегодняшний день, он достаточно удачен как для работы, для бизнеса. Также сегодня в этот день благоприятное решение любых финансовых вопросов, а также, если вы занимаетесь землей, недвижимостью, то приобретение именно этих материальных благ будет достаточно успешным. Но в этот день не стоит принимать никаких резких решений. То есть, если вам сегодня приходят партнеры, приходят коллеги и предлагают что-то интересное, то, что нужно вам кардинально изменить в своей жизни, не спешите. Почему? Потому что будут происходить еще определенные ситуации в жизни, после которых вы поймете, что вам нужно что-то было изменить, что-то нужно было сделать, и вы, скорее всего, просто поспешили. Также постарайтесь прислушаться к своим родным, к своим близким людям. Почему? Потому что в этот день их слова, их советы, рекомендации могут предупредить о возможных проблемах. Но еще хотим
хотим вам сделать акцент на том, что если вы прислушиваетесь к советам, к родным и близким людям, то вы должны быть уверены в том, что они чистосердечны по отношению к вам, и их помыслы чисты. Если вы не уверены и знаете, что ваши родственники приходят только для того, чтобы решить какие-то свои личные вопросы, или есть какая-то выгода, то не спешите делать определенные те или иные выводы. Что же касательно здоровья, то недружелюбный человек в этот день может заболеть. Уязвимыми в этот день являются органы чувств, особенно зрение. Также в этот день, пожалуйста, поберегите свою голову, глаза. Также следите за артериальным давлением. Также этот день один из лучших для очищения, голодания и выхода из кризиса. Также старайтесь в этот день больше уделить внимание своему телу. Подумайте, что вы на интуитивном уровне хотите. Это очень важно, чувствовать себя и свое тело. Что же касательно стрижки волос, то стрижка придаст очарование внешнему облику. Сегодня очень хорошо работать со снами, со своим телом, с яснослышанием, с яснопониманием. Также постарайтесь обратить внимание на то, что вам подсказывают высшие силы, знаки будут. Они будут не так ярко проявляться, но если вы научились ощущать своего ангела-хранителя, высшие силы, которые рядом, которые пытаются вам что-то объяснить, то обращайте внимание. Также сны в эти лунные сутки, как правило, вещи. Вы в них можете увидеть свое будущее. Также обращаем ваше внимание, что сам по себе этот день, он не просто прекрасен, потому что энергетики этого дня вот такие созидательные, но и дело в том, что этот день предназначен хорошо для земных дел. Что это значит? Значит, вы можете покупать дом, делать ремонт, сажать полезные растения. Также очень важно понимать и осознавать, что именно этот день благоприятен для созерцания, для самопознания, для раскрытия себя во всех сферах жизни. Конечно, это сложно сделать за один раз, но попробуйте сегодня провести простую практику, сесть в спокойной обстановке, чтобы вас никто не дергал, никто вам не мешал, отключите свои гаджеты и подумайте о том, что бы вы хотели иметь в своей жизни. Это может быть все, что угодно, и подумайте о том, а как вы это можете сделать, что вам для этого нужно сделать, какие шаги предпринять, это очень важно. Также сегодня может открыться высший смысл вашего существования на этой планете Земля. Конечно, этот придет высший смысл не для многих, но если, опять же, повторимся, вы чувствуете себя, вы чувствуете ангелов-хранителей, то вы в этот день обязательно увидите многие интересные вещи. Но в этот день, пожалуйста, не стоит рубить деревья, рвать цветы и копать землю. Также в этот день нельзя и убивать насекомых, обратите на это особое внимание. Также сегодня подходящий день для общения с начальством. Сегодня вы можете обсуждать любые вопросы, в том числе и перевнесение каких-то кардинальных изменений в работу вашей компании или вашего работодателя. Почему? Потому что это будет все эффективно, это будет плодотворно и в дальнейшем принесет прибыль. Также сегодня и подходящий день для смены места работы. Если вы давно планируете, обязательно сегодня отправляйте резюме, и как только сегодня поступит звонок, старайтесь сразу договариваться о встрече, не тяните на то, что вы встретитесь через несколько дней, вам неудобно, или то есть не делайте никаких оговорок. Если оговорки, значит, эта работа не для вас, и вам она не нужна. Также, друзья, обращаю ваше внимание, что сегодня прекрасный день для творческой реализации. Также сегодня хорошо, друзья, отдыхать. Очень здорово, если в этот день вы работаете, обязательно в обеденное время выйдите в парк, выйдите к водоему, к речке, к морю, у кого что, и постарайтесь пообщаться с энергиями природы, потому что энергия природы очень иногда очень хорошо помогает. И в этот день вы можете не просто сонастроиться, но и вам может прийти какая-то идея, интересные мысли, которые помогут вам в дальнейшем. Также
также сегодня рекомендуется умеренность в еде. Также, если вы сегодня планируете выяснить отношения, обращаем ваше внимание, что сегодня не самый лучший день, чтобы выяснять отношения. Перенесите все-таки это лучше на другой день. Что же касательно зачатия, то сегодня прекрасный день для зачатия, также сегодняшний день прекрасно подходит и для физических нагрузок. Также постарайтесь этот день полностью посвятить домашним делам. Нет времени, хотя бы вечернее время, просто вымойте посуду, чтобы у вас на кухне было все чистенько. Как мы уже сказали ранее, сны будут вещими. Сновидения, как правило, в эти лунные сутки насыщены очень интересная информация, которая будет весьма ценной для вас. И то, насколько вы активно сможете ей воспользоваться, зависит только от вас самих. И, друзья, как мы и обещали, сегодня у нас с вами достаточно хороший день, день денежной девятки. Поэтому обязательно сегодня ручкой, фломастером, что вам удобно, обязательно нарисуйте цифру 9 на запястье руки и скажите следующие слова. Кодирую себя на деньги срочно. Нарисовать и отправили во Вселенную. Обязательно поблагодарите высшие силы, ангела-хранителя, за то, что у вас есть на данный момент, и вам обязательно придет еще больше. Помните о том, что чем больше мы отдаем, тем больше мы и получаем. Закон Вселенной, закон космоса никто не отменял, закон бумеранга также. Друзья, вот такой у нас с вами день, прекрасный день. Мы надеемся, вы его проведете замечательно и прекрасно для себя. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также узнают об этой важной и ценной информации. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ, услышимся с вами уже буквально в следующем видео. Не переключайтесь, у нас много для вас еще важной информации.